Необычный объемный узор для однофантурной вязальной машины. Можно провязать таким узором все изделие или украсить его такой вставкой. Раппорт узора – это обычные косы 2×2, только выполненные в особом порядке. Для вязания нужны два двухугольных декера. И в конце видео я расскажу секрет, как не запутаться в последовательности выполнения перевитий. Снимаем на два декера по 2 петли и перевиваем. Выполняя следующие пересадки петель, ориентируемся на нижние петли. Видно, что нижний край заворачивается влево, значит, пересаживаю нижние петли вправо. Предыдущие петли завернуты вправо, значит, следующую пересадку выполняю влево. Так перевиваем петли всего ряда узора. Провязываем 5 рядов. Эти же петли перевиваю в другом порядке. Теперь меняем направление пересадки. Сначала 2 петли переносим вправо, потом влево. И ориентируясь на нижнюю часть, перевиваем все петли ряда. Провязываем 5 рядов. Теперь главный секрет, как не путаться в порядке пересадок, с какой точки начинать и в какую сторону переносить петли. Делаем метки на игольнице, они указывают место начала и окончания узора. И главное, количество рядов раппорта 5. Это делается для того, чтобы пересадки выполнялись на рядах с цифрами 0 и 5. 10 рядов, 15, 20, 25 и так далее. Передо мной лежит подсказка. Когда на счетчике 0, пересаживаю вторую петлю на место первой. Когда на счетчике 5, сначала пересаживаю первую петлю на место второй. Сейчас на счетчике 50, значит нолик, и пересаживаю сначала вторую петлю. Не пропустите другие узоры для машинного вязания на нашем канале.